На учениях задействована артиллерия общевойскового соединения в количестве двух самоходных артиллерийских дивизионов, реактивного артиллерийского дивизиона и два дивизиона артиллерийской бригады, которой я командую. Основная задача этих учений в этом и заключается, чтобы мы с нашими партнерами, с вооруженными силами наших партнеров, организовали взаимодействие и в дальнейшем на поле боя смогли максимально эффективно применять свои подразделения. Совместная выработка решений и в дальнейшем реализация их в боевой обстановке. Проблемы как технического характера, так и элементарный там, языковой барьер. В этом и наша задача, чтобы сейчас в мирных условиях мы их решили в максимальном объеме. Ну и в дальнейшем, чтобы с ними, естественно, не сталкивались. Смысл артиллерийской карусели заключается в том, чтобы артиллерия наносила непрерывное огневое поражение путем выполнения огневых задач одними подразделениями, и в это время другие артиллерийские подразделения, скажем так, пополняют боезапас. То есть противник постоянно находится под огневым воздействием.